Алло. Ханты-Мансийский банк, отдел взыскания. Меня зовут Александр Александрович. Ирина Николаевич, к телефону. Ой, кого еще раз не слышал, не разобрал. Ирина не вышла. Она вышла, она сейчас в лабораторию ушла. Ну, вас как зовут? Меня зовут Герпес Степанович. Вы коллега, Ирина? Да, мы коллеги, мы с ней давно уже работаем на одном, как говорится, поприще. Уточните, пожалуйста, а заработную плату у вас сотрудники исправно получают? Нас, ну, как я вам скажу, молодой человек, как вам обращаться? Скажите, пожалуйста, я сразу... Александр Александрович меня зовут. Александр Александрович. Как сейчас в науке, в институтах как получают? Ну, регулярно, можно так сказать, 2 раза в месяц мы получаем зарплату. Ну, это зарплатой стыдно называть. Само собой приходится выкручиваться у кого там как, семья. Но вот та дамочка, о которой вы интересуетесь, скажу я вам, та еще, пройдоха. Она, вы знаете, она где-то нашла деньги, приобрела автомобиль недавно и на нем рассекает. Вот, подвозила меня недавно с работы домой. Дело в том, что мы тут коллегами собираемся и обсуждаем, ну, как говорится, косточки перемываем. У нас есть одна молодая девушка, такая молодушка, пришла и вот ходит тут, вот эта фифа такая, она ходит вот этими вот, вертит своими прелестями, нас смущает, так вот. И вот, и собственно говоря... Ой, подождите, что это я куда-то пошел? Давайте о деле. Что нужно передать? Простите, вы меня останавливаете. Я увлекающаяся натура. Да, я понял. Скажите, пожалуйста, все-таки Ирина Николаевна, по какому номеру телефона будет доступна в ближайшее время? Она доступна, это я взял ее номер телефона, она его на верстаке оставила. Верстак, чтобы вы понимали, почему-то все спрашивают, почему мы называем лабораторные столы верстаками. Это сленг, наш научный сленг. Также мы называем колбочки стаканами, стулья баночками, как маяки прям. Ой, вы не представляете, сколько у нас тут замечательных выражений мы эксплуатируем в формате нашей работы. Ой, Александр Александрович, скажу я вам, интересно у нас. Приезжайте, я вас всему покажу, научу тут. Ох. Так, что? Да, Герман Степанович, вы такой действительно увлеченный человек. Это право слова, действительно, про вас. Наш телефон запишите для Ирины, вам не составит труда. Ой, сейчас, одну секунду, я должен подойти. Я просто тут в халате, в перчатках в лабораторных. Мне нужно, да, сейчас, одну секундочку. Конечно, как скажете. Скажите, вы откуда звоните? Я тогда и запишу, откуда вы звоните, что, как, все допишу. Это банк, да, Ханты-Мансийский банк. А, Ханты-Мансийский. Из Ханты-Мансийского округа это получается, оттуда прям, да? Да, верно. Ханты-Мансийский округ, верно, да. А что же там у нее за дела такие? Тут она на самом деле... Ну вот имеется. Не скажу я вам, что она путешественница такая. Она их не выполняет, к сожалению. Что? Вот у нее обязательства имеются в нашем банке, она их не исполняет, к сожалению. Вы не знаете, по какой причине? Вот засрянка, а. Ходит, шикует, наряды меняет и обязательства. Взяла деньги, не отдает. Так, давайте, мы, наверное... Вы знаете, а всякое бывает у людей в семье, у нее муж строгий. Мы иногда, у нас была похожая история, мы помогали своим сотрудникам, сбрасывались, у нас есть черная касса, знаете, еще с советских времен такой осталась черная касса. У нас сотрудник, у него хулиганы испортили гаражные ворота. И мы собирались вместе, как говорится, всем миром по нитке голому рубаха. И ему, в общем, говорят таким вот образом, ну, вышли из ситуации. Он нас потом на шашлыки приглашал. Такой дурачок, гараж в городе стоит, он говорит, приходите ко мне в гараж на шашлыки. Мы пришли и, естественно, и вот были удивлены. Да. Алло. Да, я вас слушаю. Просто телефон запишите наш, Ирине, 8-800-713-13. Тихо. 800. Ага. 700 ровно? 700 ровно.
13-13. О, простой какой телефон. И что это? Она придет, вот ей сказать... Позвонит. Да, чтоб позвонила. Она вам позвонит. Это Ханты-Мансийский округ. Да, верно, Ханты-Мансийский банк. Спасибо большое. Подождите, банк или...